анонс и точки до выхода 10 серии сериала «Мокрые майки». 10 серия сериала выйдет в эфир 1 августа. Ранее в сериале мы увидели, как на автомойку приезжает недовольный клиент и заявляет, что у него появилась сыпь из-за химии, которой мыли его машину. После жалобы приходит работник санитарной службы и закрывает мойку до уплаты крупного штрафа. Мара и Рита ищут способ погасить долг. Нина увольняется, а Полина и Рита отправляются на поминки. Работа автомойки останавливается, в том числе из-за ремонтных работ с водопроводом. В это время на мойку приезжает клиентка Вера, которая находит общий язык с Марой. Вера оказывается женой Юрича. 10 серия сериала выйдет в эфир 1 августа. Если вам нравится сериал, не ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.